Друзья, всем привет! С вами Айси! Друзья, всем салют! У нас новый ролик, наши любимые наказания. Но что-то будет новенькое. Будет три челленджа у нас у каждого. Как они будут выбираться? Будет колесо фортуны, и кому какой челлендж попадется. И наказания будут также выбираться через колесо фортуны. Что-то будет интересное, поехали! Погнали, скорее, я уже хочу. Я тоже, погнали. Премного благодарна арене «Снегирь» за предоставленную возможность съемок. У ребят очень классная арена, и тут ведется набор детей абсолютно всех возрастов школы автомобилистов. Суперсовременная арена, профессиональные тренеры, комфортные раздевалки. Есть абсолютно все для того, чтобы именно твой малой вышел и стал настоящей звездой КХЛ, ВХЛ, МХЛ и вообще всех абсолютно лиг мира. Ну и для того, чтобы не потерять такую великолепную возможность очутиться на этой арене, очутиться среди звезд, среди профессионалов, вы можете найти все ссылочки в описании. Проходите, радуйтесь, и все будет у вас круто. Спасибо, Снегирь-арена, от Айстима, ура! Воу! Ты можешь не вот так снимать? Не, не сверху, а ниже опустить. Ну, я ссать хочу. Давай, терпи, терпи, чуть-чуть осталось. Итак, друзья, никто не знает, кому какой челлендж попадется. Будем крутить колесо фортуны. У каждого будет по две попытки. Если никто из нас не выбивает ни одной попытки, то бьем их. Итак, решаем, кто будет бить первый. Мужские. Итак, начинаем. Я первый. Сейчас кручу, какой челлендж мне попадается. У меня две попытки, нужно два из двух брать. Как по кайфу! Я выбираю один из этих всех челленджей. Давай, я выбираю буллиты. Буллиты, буллиты! Итак, мой первый челлендж будет буллиты. Две попытки. Поехали, посмотрим, что у меня получится. Первая попытка, первое очко, я пока не проигрываю. А мы не будем радоваться, даже можешь. Слушай, я в натуре не против, просто ему хлестануть разок. Мы не радуемся вообще. Скажи, что мы не радуемся. Абсолютно никакой радости. Ну, ноль вообще эмоций. Ну да. Ни тепло, ни холодно, ни горячо, ни жарко. Бей, бей, мы чем? Бей, бей. Мы смотрим. Одно очко есть, пацаны сейчас ноль забьют, и я выхожу из этого челленджа, и они кто-то будет наказание первое выполнять. Чё, братан, теперь кто? Давай я. Давай ты. Так, первая попытка, давай, что ему попадется? Ну там какая-нибудь. Мишени. Мишени, четыре мишени, две попытки, любые выбивай. Обороты можно? Нет, я надеюсь, он ни одну не выбьет. Ай! Ай! Он даже одну выбьет. Как скрыть радость? Не, братан, я переживал. Теперь я кручу, да? Теперь орел. Брать, ну-ка, держи. А не надо за меня переживать, ничего страшного, я вытерплю все. Я все вытерплю, я сильный. Не, мне тоже интересно, что у меня там. Броски в маленькие ворота. У меня эмоций нет никаких. Дава проиграл, сейчас он будет крутить колесо фортуны челленджей. Три челленджа. Сейчас как раз вы узнаете, что там за челленджи. Погнали, чё? Итак, три наказания за каждый челлендж. Первое это восковые полоски, три штуки. Ау, больно. Второе это лечь лещом. Фу, неприятно. И третье это майонезный шлепок. На руку берем майонез и кидаем прямо в лицо. Что попадет Дави? Восковые полоски, кому-то будет больно. Бля, братан. Ай. Ай. Ладно, чё, я мужик, погнали.
Это сказал типок, который будет женскими восковыми полосками себе выдирать волосы. А, итак, ребят, все наказания будут в конце ролика. Сейчас мы будем выполнять другие челленджи. Поехали ко второму челленджу. Опять начинаю я. Кросс-бар челлендж. Чуть-чуть добавлю, так не дотянулось. Чтоб тебе майонез не шлипок попался. Или рыбёхой по щёчке. Пам-пам. Па-ра-па-пам-пам. Сок на майонезный шлепок. Воу! Прям майонезом пахнуло. Чё, братец, ты тебе? Илья? Давай. Давай. У меня нет комментариев. Сейчас мне, короче, попадется что-нибудь хорошее явно. Спасибо, спасибо, спасибо. Мишени, попытка 2, Дава, поехали. Орел, скажи, каково это, когда ты не первый и кто-то промахивается, тебе легче уже, да? Ну, душа радуется. Душа больше. Радуется. Душа. Уф! Он порвал мишень. Ты злой. Восковые полоски вырывают мне волосы. Хорош. Так, ну что, я теперь, братец? Орел не выбьет ничего. Вот в эту сторону руку, короче. Как по кайфу. Мне нужно выбрать челлендж, короче, да? По кайфу. А можно один так булит? Нет, 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 нет. Ну я булиты хочу исполнить. Булиты? Все говорят, что я не умею бить булиты, я хочу исполнить 2 булита. Булиты, булиты! Я сейчас как никогда надеюсь на Радмила, что он будет лучшим вратарем вселенной, вытащит все 2 булита от этого никчемного орлика. Слушай, что за фигня? Ну! Ну и что это такое? Он пытался повторить Кузнецова. Да нет, он просто кататься не умеет. Овертайм, 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 Шлепок, 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 шлепок. Радмил, залетел шлепок. Зачем ты приехал, Радмил? Ты зачем подался? Убрал. Убрал, хорошо же убрал. А я потому что всегда в ближний бросал это много. Никто не ожидал от Орла такого. Вот это называется командная работа. Ну что, погнали к наказанию. Итак, наказание. 2 наказания осталось. Клещ нищем и майонезный шлепок. Что же достанется мне? Клещ нищем ты почти получил уже. Лечь лещом. Там такая плотва его ждет. Итак, поехали. Последний челлендж. У нас давай пока есть наказание, у Орла нет. Мы должны его сейчас просто потопить. Я начинаю первый. Поехали. Мишени. А ты снимаешь? Нет. Молодец. Просто с телефоном катаюсь. Тогда молодец. Если честно, мне уже хватит того, что я получу лещом леща. Не хочу майонеза, шлепок, надо выбивать мишени. И то она мин пролетела, она просто там коснулась, короче. Это воздухом сбил, не считается. Воздухом. Давай, вторую в молоко. Ну да. Давай, третья попытка, поехали. Что тебе по кайфу, брат? С 3 точек. Или нет такого? Бросок с усов, 2 попытки. Середины. Да? 2 броска с усов, поехали, Радмил. Нормально? Нормально? Нормально. Так. Пам-пам. Как я рад, когда пацаны не забивают. Пам-пам. Ой! 1-1. Поэтому это мой любимый челлендж. Давай. Только не сильно. Не, я хочу сильно. Булит. Ну, что не кросс-бар? Что не кросс-бар? Булит. Радмил. Слушай. Радмил, слушай меня внимательно. Не подавайся ему, он должен ни одной не забить. Ты меня понял? По-честному. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Сколько раз вас просить? Не забывайте нажать кнопку, чтобы она стала серой. Нам будет очень приятно, мы будем больше стараться для вас. И Орел начнет забивать. Без подавальщик Радмила. Вот это нормально, вот это мне устраивает. Вот это Орел. Главное, чтобы он сейчас не забил, а то мы выходим в овертайм все. Но!
Итак, поехали, овертайм. Крутим по одной попытке каждого челленджа. Я начинаю. Как по кайфу. Поехали, буллит. Буллиты, буллиты! Ты видел, как я его растянул? Да что ты на буллитах прям это? Просто не забьет. Совсем не хочет проигрывать. Ты так аккуратненько, Васька. Классно, Питак. Павшая клюшка и расстроенный Давид. Крутить. Просто. Как по кайфу, в чем играем? О, давай то же самое, что Давид сделал с бросовского тачка. Объясните мне, почему Орел, кто на челленджах, не вывозит ничего, когда мы играем против гостей? Тут он выигрывает, что в прошлом челлендже он забрал все призы, мы с Давой все наказания выполняли, что сейчас мы с Давой выполняем наказания все. У меня вообще никаких эмоций нет абсолютно. Итак, ребят, перемещаемся в раздевалку, сейчас будем выполнять мы с Давой все там наказания. Дава 2 выполняет наказание, я 1, поехали. Фу, она даже выглядит отрасль. Опа! Во-во-во, вот так. Я буду так стоять. Где тут побольше волос? Ну и чё? Ну чё, братка, сейчас ну ждём, пока это всё дело подходит. Она очень липкая. Мне не страшно, мне не страшно. Люта! Не боюсь. Итак, первое наказание, да? Даня, говорю, Итак, первое наказание Дава выполнил, он красавчик. Да, брат, давай это. Я второй, Леща. Дай задихнуть тоже. Дай задихнуть. Брат, по-братски прошу, только не запачкай меня. Вы готовы к этому? А ты ему сними. Это ему за восковые полоски. Итак, было неприятно получить лещом, у меня теперь все лицо воняет, блин. Будем мстить, последнее наказание, это майонезный шлепок. Майонезный шлепок, 3, 2, 1. Ай! Закрывай глаза. Ой! Ребята, пацаны закончили свое наказание. Это было ужасно и весело просто. Итак, ребят, наш выпуск подошел к концу. Я надеюсь, вы кайфанули так же, как и мы, особенно мы с Давой, кроме Орла. Не забывайте подписку, поставить лайк, ждите новые видосы, они будут крутые, разрывные. Команда iSteam была с вами, всем пока! Всем пока, друзья!